الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحانه وتعالى في حياتك سبحانه وتعالى говорит: друзья в судный день, которые в этой жизни были друзьями, станут друг другу врагами, кроме богобоязненных. Именно те друзья, которые всегда собирались на поклонение Аллаха, те друзья, которые поминали Аллаха Субхану ва Тааля, которые поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля и любили друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля, они не расстанутся никогда. И в этой жизни они будут вместе, и вечные тоже будут вместе. Они жизнь в джаннате, вечным, всегда у всех иншаллах, в вечном джаннате помилуются Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому, альхамду, мы должны выбирать братьев, друзей, которые напоминают друг друга об Аллахе Субхану ва Тааля. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Хайру ибади аллазина иза руу зукир Аллах». Самый лучший из рабов Аллаха — это те, когда на них смотришь, вспоминаешь Аллаха Субхану ва Тааля. И в хадисе, когда «Аля л-араики муттакиун», в судный день, когда зайдут братья и будут кататься на качелях друг на друга смотреть, и один брат скажет ему: «Я ухай, о мой братик, это дримата гафар Аллаху ляна ва дхаляна джанна». «О мой братик, помнишь, когда Аллах Субхану простил нас и вел нас в рай?» لما كنا في مجلس كذا وكذا ذكرنا الله عز وجل نظر إلينا بنظرة الرضا غفر لنا ودخلنا الجنة. Когда мы с тобой вместе еще в дунья сидели на таком-то, таком-то мероприятии, вспоминали Аллаха, Аллах посмотрел на нас взглядом довольствия, простил нас и вел нас в рай. Попросим Аллаха, что мы будем любящие друг друга ради Аллаха. Пусть Аллах сделает нас из числа тех, кто заслужен наивысшей ступень рая, Аль-Фирдаус, и сделает нас соседями в раю, чтобы мы, подобно тому, как проводили время здесь, проводили время в раю. Аминь, я Аллах.